В Волгоградской области будет усилена профилактическая работа по противодействию терроризму. Для этого в средствах массовой информации планируется создать цикл специальных программ и публикаций. Такое решение было принято сегодня на заседании областной антитеррористической комиссии. Борьба с терроризмом должна начинаться еще на стадии распространения экстремистских идей. Эту известную формулу в ходе заседания еще раз озвучили руководители областного управления ФСБ. По их мнению, необходимо увеличить мониторинг печатных электронных СМИ, в особенности интернет-сайтов. И если на последних выявляются факты, например, разжигание межнациональной розни или призывы к экстремизму, то такие ресурсы необходимо сразу же удалять из всемирной паутины. Кроме того, отметили представители правоохранительных органов, нужно усилить с помощью СМИ профилактическую работу по противодействию терроризму. На сегодняшний день в средствах массовой информации, в том числе использующих государственную поддержку, недостаточно антитеррористических материалов, направленных на формирование у населения нетерпимости к вероятным террористическим угрозам, мотивации активного содействия правоохранительными органами в сфере предотвращения террористических проявлений. В связи с этим предлагаем под эгидой АТК инициировать создание в СМИ региона цикла передач, радиопрограмм или газетной рубрики, направленных на решение задач информационного противодействия терроризму. Итогом заседания комиссии стало решение о том, что материалы антитеррористической направленности будут регулярно демонстрироваться на больших видеоэкранах, установленных в общественных местах.